Хорошо. Он уже давно сидит, не больше часа. Ну, да. Ты кушай, кушай. Кушай. В комнате там вот такое раскрывали рты, там, знаешь, бабы. Ну, а как же мы? Что же им еще? Ты кушай. Вспомнили свое детство. Остынет твой этот сам бульончик. Да, фотография была с едой. Нормально? Ну, лучшие годы были. Лучшие годы, это с детства у нас, конечно, было. Ну, а именно детство, оно длится лет или 15? Ну, так в основном, а потом что? И какие у тебя эти годы? Подросток, это уже лет, наверное, с 15 до 20. Вспомнили, как мы. Вот, а юноша с 20 до 27, это, наверное, как у тебя женился. А потом уже мужчина. Вот это еще мальчишки. Жизнь тернистая была и у одного, и второго. Ну, на природе мы жили, вот что там. Не все гладко. Жили на природе, никто вам не мешал.